стейк мяса. Будем покупать. Вот. Это стейк, вот. Это киви, видишь? Они все смешаны, да. Все одинаковые. Яички. Это фермерский, органик. Вот. Блубери. Ягодки. Такие кашки замороженные. У них спины, шпинат и кейл. Такая именно полезная. Травка вот такая вот. Вот она. Да, в таком виде она салат. Вот молочко органик, натуральная с коровой. Овощи. Вот детки любят вот такой снэк есть. Вот оно. Конечно. Да, это масло. Масло. Шримпы. Спинач, шпинат. Потом что идет? Это сыры. Сыр, это блю чиз, это на любителя, но я люблю. Это козий чиз, сыр. Это тоже киви. Вот. Это турки. Я так режу слайсами, да, и делаю себе такой салат с готовой турки. Очень быстро, легко. Это суши. Вот такой у меня гарлок. Это тоже так добавляешь. Это соль розовая, морская соль полезная. Вот огурчики, помидорчики, вот грибочки, тоже помидоры. Вот они. Тут уже с сыром они и вот такой астрикот. Атрикот, да. Так, сюда тоже все каши. Очень удобно. Просто их подогрел. И в них идут вот такое браклы. Горошек. А вот уже замаринованная салма. Вот. И пожарить можно. В общем, и детки колбаску захотели, польская. Она вот такая прям вкусная очень. Но я такое не ем. Бананы. В общем, вот так. А это еще coconut oil, кокосовое масло. Уже органическое, все настоящее. Вот этот знак. Молочко. Вот примерно вот так я на неделю беру. И понемножку едим. В общем, что у нас? Турки есть на салат. У меня еще салаты стоят. Помимо, это чисто одни листы. Это есть микс смешанные листья у меня. Потом шримпы, это я меняю салат со шримпами, салат, например, с турки, она очень мягенькая, полезно усваивается. Потом стейк, вот на гриле жарим такое мясо, прелесть тоненькая, и чисто мякоть, костей тут нет. Вот яички, там еще каша у меня овсяная есть, гречка, каша, борщик такой ем, вот. Рыбка салма, вот она, в основном я беру в чистом виде, а это вот такая уже как бы замаринованная. Тут специи, осталось ее только на гриле поджарить, вот вкуснятина. Вот это шпинат, вот этот спинач. В общем, вот так вот это vegetables. Я вам люблю такой микс. Вот. Вот такой горошек, морковочка.